Глава Воронежской митрополии осветил часовню и новый медицинский центр в столице Черноземья. Часовня в честь Воскресения Христова возведена на территории Центра культуры здоровья «Олимп-5» в центре Воронежа. Глава митрополии в присутствии сотрудников и медперсонала совершил освящение часовни. Впервые здесь зазвучали церковные песнопения. Владыка Сергий возгласил молитву, в которой спрашивалось у Бога благословение этому месту, а также благодатные дары всем потрудившимся при его сооружении и тем, кто будет возносить здесь свои молитвы. После освящения часовни все направились в Центр культуры здоровья. Митрополит Сергий совершил чин благословения нового здания Центра восстановительной медицины. Затем кабинеты и служебные помещения на всех этажах были окроплены святой водой, а стены помазаны освященным елеем. Было возглашено многолетие святейшему патриарху, правящему архиерею, руководству и всем сотрудникам и пациентам медучреждения. В завершении архипастырь обратился к присутствующим, отметив социальную значимость такого масштабного проекта и поблагодарил руководство Центра за труды. Поздравляю всех вас! Тех, которые созидали этот дом, тех, которые будут здесь работать, чтобы Господь благословлял вас миром, здоровьем, и чтобы вы несли людям оптимизм в жизни и давали бы им, по крайней мере, надежду тому, что они изменят свою жизнь к лучшему. В память о знаменательном дне владыка преподнес центру иконы Божьей Матери Каспировская. Затем главный врач Анна Солдатенкова провела для митрополита Воронежского и Лискинского Сергия небольшую экскурсию по центру.